Ну, это очень сильное переживание. Насилие – это и бунт, и несогласие, и очень серьезное унижение для личности человека. Ну, нормально, если человек реагирует это страданием. Но то, что будет происходить после страдания, это тема сердца, это нужно глубоко разбирать. И, конечно же, нужно идти на прощение, чтобы вести дальше здоровый образ жизни, то есть психологически. Но это не очень непростой вопрос, и здесь без Христа, без Его сил невозможно подняться полноценно. Обязательно следует обратиться к Богу, потому что, чтобы полноценно жить и радоваться жизни, обязательно необходимы силы и любовь в сердце.